Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю эпидемии, с вами Saint, мы продолжаем играть в плагин, проходим официальные сценарии от разработчиков. В прошлом эпизоде мы проходили сценарий, где все, сегодня на очереди летный клуб. Благодаря успехам в авиакосмической области человечество может совершать коммерческие суборбитальные перелеты. В мире будущего путь из Лондона в Сидней займет какие-то пару часов. И такие путешествия по карману всем. Аэропорты есть в любой стране. А одна из крупнейших воздушных гаваней находится в Гренландии. Так почему бы ее не задействовать? Да, да, почему бы, собственно, ее и не задействовать нам? На среднем сыграем, почему бы нет? Нам нужно что-то, что летает, как бабочка, жалит, как пчела. Мы назовем болезнь Али. Добро пожаловать в летный клуб. Благодаря новейшей авиационной технологии стали возможны суборбитальные перелеты, что привело к появлению дешевого транспорта. Теперь в любой стране есть свой аэропорт. И нам обязательно нужно этим воспользоваться. Просто обязательно. Почему в этой стране нет? Это относится к Центральной Африке. Так, начнем с Индии. Почему, собственно, и нет? Да. Али распространилась на страну Индия. Болезнь Али заразила первого человека. Замечательно. Так, болезнь Али, скажи-ка мне, тебя как-то видно, не видно? Нет, все хорошо. Тогда ускоряем и смотрим. Ёбушки, сколько летает самолетов по миру. Ой, сколько самолетов летает. Новая программа помощи бедным странам. Али начинает распространяться. Али передается от человека к человеку в стране Индия. Хорошо, 22 человека уже есть. Сам Господь Бог велел в этом случае прокачать воздух в путях передачи. Патоген получает способность переноситься с частицами пыли, лучше распространяется в засушливом климате и с самолетами. Это, ну, просто must have, мне кажется, в данном сценарии. И то, что у Гренландии наконец-то есть аэропорт, и у сучьего Мадагаскара. Ой, как это замечательно, как это великолепно, как это прекрасно. Понятно, подсказка, это все ясно. Это все понятно. Вирус Али заразил сотни людей. Это тоже хорошо. Так, воздух есть. А давайте и водичку, наверное, да. Пусть и водой, и воздухом. Вы успешно развеяли болезнь Али. Я думаю, если не накосячить, пройдем с первого раза сценарий. Нужно будет, опять же, накопить большое количество очков ДНК, перезаражать весь мир, а потом кидать симптоматику для того, чтобы быстро истребить население. Будет просто прекрасно. 200 тысяч человек. Индия страна большая, много жителей. 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда, это, ну, прям, это очень легко. Очень легко. Мне кажется, в Индии и так, в принципе, самолет был, но фишка в том, что проще заразить, на самом деле, труднодоступные регионы, в которых первоначально не было аэропортов. Щелкайте пузырьки. Да я знаю. Франция есть. Франция, Юго-Восточная Азия. Что там еще? Что там еще чикнуло? Ты кто? Пакистан. Заразнее туберкулеза, замечательно. 29 очков ДНК у нас есть. Я предлагаю взять устойчивость к холоду, устойчивость к теплу и устойчивость к лекарствам обязательно тоже мы возьмем. Вот и в Африку прилетел самолетик первый наш. Ой, Гренландия, так быстро, так скоро, замечательно. Открой ротик, летит самолетик, как говорится. Ёбушки-воробушки. А самолеты летают нещадно просто. Индия это было очень... Индия была точкой очень хорошей для начала, потому что посмотрите количество людей. Можно было из Китая, конечно, начать, но Китай это слишком просто. Я уже говорил во многих сериях плагинка, что Китай, Южная Африка и Саудовская Аравия это очень легкие страны, с которых можно начать и победить, в принципе, будет несложно. Так, мы возьмем устойчивость к лекарствам. Патоген труднее поддается анализу в лаборатории, это да.
У бактерий создается оболочка для защиты от любых климатических условий. Не такое, не надо нам это. Что по миру? Ну где-то половина стран... Ну ладно, может чуть меньше, чем половина заражено. Уже есть инфицированные люди. Симптом сыпь мутировал, не надо. Вот этого не надо, нам сейчас слишком рановато. Сыпь, откат. Да. Забрал красиво. Великолепно. На референдуме Великобритания голосует за выход из Евросоюза. Да выйдете вы уже один раз, заколебете. Каждую партию она голосует, никак не выйдет. 45 очков есть у нас. А вот это, пожалуй, в двоечку, да. Как там Гренландия? 9 человек всего. Ничего страшного, мы с вами люди терпеливые. Мы спокойно выждем. Датская мафия становится слишком сильной. Невероятно сильная датская мафия. Разработчики клянутся больше не делать игры про зомби. Хвала небесам, если бы такое в реальности произошло, но чувствуется, судя по последним опять играм, которые выходят, тематика зомби себя еще не исчерпала, по мнению геймдевов. Мне кажется, что уже, по-моему, про зомби придумали, если не все, то почти все. Уже строят сюжет, типа игра про зомби, но как бы на зомби хуй кладут, уже делают типа сеттинг зомби, а на самом деле происходит все совсем там не вокруг зомби, и, не знаю, выживание в этом мире или поиска вакцины, да и последние проекты. Resident Evil, которые уже настолько, наверное, заебались делать игры про зомби, что начали просто делать ремастеры своих предыдущих частей. А потому что уже все, что ты придумал, уже все. Почти все. И если ты этого не придумал, придумали другие разработчики. Уже некуда двигаться в этом направлении. Поэтому я был бы рад. Игры про зомби меня еще на самом деле заебали со времен выхода Left 4 Dead 2. Это было так давно, что просто можно ебнуться. Какая красивая красная пиктограмма получается. Зачем я Норвегию открыл? Мне мир бы открыть. Так, что не заражен? А все, все страны нет-нет, а хотя бы один зараженный есть. Гренландия очень слабо развивается. Давайте оболочку создам. Почему, собственно, и нет? Может, это поможет как-то перезаражать большее количество людей? Заразнее обычной простуды. Просто все краснючее, капец. Особенно регион над Средиземным морем. Тут летают все. С севера на юг, с запада на восток, с юго-запада на северо-восток. Но еще есть люди незараженные, хотел сказать живые. Живые все. Незараженных еще много. Умерло 8 тысяч, там, видимо, какой-то катаклизм произошел. Да, Юго-Восточная Азия терпит убытки после цунами. Это не мы. Это не мы. Новая Зеландия оправляется после урагана. Еще немного людей померло. Знаете, что немного не продумано в этой игре? Тут же идет время. И как бы люди умирают, если даже от каких-то природных катаклизмов, то новые не рождаются. Но я не поверю, что там... Да даже за день никто новый не родится в мире, а за год уж тем более... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, какой кашель? Откат. Не надо кашля нам. Спалимся раньше времени. Нам это надо, нам это не надо. Из-за того, что все вот такое краснючее, не до конца понятно, где там страна до конца заражена, нет. Вот смотрите, над Германией все красное. Но на самом деле Германия не заражена еще от слова совсем. Франция тоже. Предлагаю что-то улучшить по типу вот еще одного воздуха. Чтобы воздушно-капельным путем распространялась наша зараза намного более успешно. Китай лег. Казахстан
тоже. Россия держится. Скандинавия пока в порядке. Гренландия скоро... Ну, 300 человек для Гренландии — это вот уже 1%, потому что это уже довольно много. В России вон условно 21 тысяча, еще даже 1% не заражен. Так, смотрим. Перу, Канада, США, Австралия, Новая Зеландия. Ой, сколько у нас очков ДНК. Ой, сколько очков ДНК. Птицы, грызуны, домашний скот. Грызуны, пожалуй. Вода вторая. Смотрим, что в урбанизированных городах симптом бессонницы мутировал. Не нужно мне пока что, пожалуйста. Спасибо, до свидания. Вот так вот. Потихоньку, постепенно. Не спешим никуда. Германия все пошла тоже по наклонной. Динамика положительная. Франция также страдает. США, Канада, Гренландия, Исландия, Австралия легла. Новая Зеландия еще держится. Что там? Какие страны живы? Значит, Россия не до конца заражена. Тут у нас Прибалтика, Восточная Европа, Польша, Франция, Скандинавия заражена, кроме Норвегии. Северная Америка, Исландия, Гренландия. А что вы такие проблемные у меня сегодня? А ну, устойчивость к морозу еще одну пиздану. Все. А, как пошло. Ой, как хорошо, да? Ой, как пошло. Сыпь. Ты бесишь? Не надо. Спасибо. До свидания. Спасибо за поинт. Чтобы убивать, развейте болезнь или... Не надо меня сейчас тут это самое байтить на то, типа, развей болезнь, они быстро найдут вакцину, и ты проебешь. Я знаю эти истории. Так, Франция, Норвегия, Исландия, Гренландия, Канада, Россия. Все хорошо. Три страны осталось. Буквально просто крапулечка. Я думаю, можно начинать убивать. Думаю, время пришло. Еще немножко Канаду помучаем. В Канаде так мало людей живет, на самом деле. 35 миллионов всего. Можно сказать, конечно, да, это северная страна, и тут логично, что будет мало людей. В основном все живут вот так вдоль границ США, по большей мере. Типа, Россия тоже северная страна, если на то пошло. Посмотрите просто широту географическую. Вот. Вот, половина России, вот. То же самое, что Канада. Так, все, Канада домучилась там. Давайте, огнище. Пути передачи не нужны, нам симптомы. Пойдем вот отсюда. Тошнота, рвота, диарея, дизентерия. Не надо сюда. Отек легких, фиброз легких. Огонь. Симптом отказ органов мутировал без затраты очков ДНК. Замечательно. Просто огонь. Новая серьезная болезнь. Все распространяется. Аргентина — первая смерть от болезни. В мире не осталось здоровых людей. Ну все, огнище. Умирает неплохо. Динамично. По 4 миллиона тикает заход. Плюс-минус. По 5, по 10 уже. Совет, боритесь с разработкой лекарства. 3% уже въебали они. О, какие черти. Погибло больше людей, чем от черной смерти. Чем от испанки. Исландия, значит, работа над лекарством. Не нужно. Исландия. Исландия, не будь жопой. Проиграй. 12 поинтов. Если что, нужно держать на пересборку ДНК 24 очка. Мы это удержим. Конечно, приоритет своего мира — разработка лекарства. 20%. Турция, в стране началась разруха. Нет, они не успеют, потому что, смотрите, уже 2 миллиарда померло. Этот сценарий, на самом деле, он наоборот облегчает первоначальный сценарий игры, потому что, ну вот, смотрите, насколько это быстро. 72 очка ДНК. Я на всякий случай делаю вот так. Раз. Я делаю вот кома, 2. Паралич, 3. И огнище, просто гляньте, насколько это быстро происходит. 22 очка еще есть. Аллергия, воспаление, кашель. Последние 700 миллионов будут еще кашлять.
насколько мы мучаем людей, аж кашлять заставляем. Вот эти два поинта очень важны. И сейчас, конечно, чихание обязательно. Али мутирует необъяснимым образом. Все, 30% это ваш потолок, дамы и господа. Это потолок. Да, сценарий легкий. Можно было бы даже попробовать. Комбо фонтанирующие рвоты. Появление кашля и рвоты увеличивает заразность болезни Али. 31%. Ну что эти 2 миллиона последние такие жесткие держатся так? Все, ребят, хватит. Не надо грязи. Можете, пожалуйста, умереть уже, чтобы уровень был пройден. Кто-то... А, вот, Швеция закрыла порт, когда оставалось последние 100 человек. Замечательная мера предосторожности. Победа. Али успешно уничтожила всю жизнь на Земле. В принципе, неплохо. Моя бактерия... Мой бактерия, Али. Правильное склонение, потому что Али это он. И это не моя бактерия, это мой бактерия. Только что прошел сценарий «Летный клуб плагинка». Замечательно. Но я говорю, этот сценарий, он по факту облегченная версия, он является облегченной версией обычного сценария там с бактерией, потому что реально самолеты летают неимоверно и пройти это несложно. В следующем эпизоде, так, фальшивые новости на канале были, невероятные настольные игры, отрицание науки, коровье бешенство, было все, помощник Санты было... Черная смерть была. Давайте в следующем эпизоде, наверное, мы с вами будем проходить телепортацию. Посмотрим, что это такое. Я думаю, будет интересно. А я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ссылки на них вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся в следующем эпизоде прохождения плагинг и в других играх. Всех обнял.